Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей Трифон. Громче. Я из Кишинева. Какой автомобиль? Автомобиль Kia Rio 2004 года. На газу, да? Да, использую в данный момент на газу. Какую дозировку? 0,75 на 10 литров. Подбираем, чтобы все было максимально точно. Какую экономию получаете? В среднем 15%. Отлично. Где-то так у нас и получится. Да, давно пользуетесь продуктом? Да, около года. Так, а теперь посмотрим, как это непосредственно в бак заливается нашего автомобиля. Кстати, в пистолет, Андрей, будешь или в бак? Нет, у меня переходничок. Ага. Под таким углом, очень удобным, что прямо в него я вливаю нужное количество буста. Сейчас мы попадем в тончайшую резьбу тут. Да что ж такое там, а? Помочь? Дальше. Все получилось? Угу. Исторический момент. Заливаем нашу дозировочку ампаджи-бустом. Вместе с последними капельками. Потом так, представляем. И теперь пистолет. Вот мы сейчас будем заправляться газом. 25 литров. И у нас... Мы залили сколько буста на 25 литров? 1,8 миллилитра. 1,8 миллилитра. Все. И благодаря ампаджи-бусту наша машина что будет ехать? Резвее? Да, газ сгорает максимально полностью, от этого прибавка мощности, меньше давим на педаль, выходим на экономию топлива. Очень приятный эффект. Хорошо. Вот мы находимся на заправочке в городе Мелитополе.